Товарищи, какие у меня бутерброды с аджикой, майонезом и крабовой палочкой. Смотрю, поляк из Союза. И, короче, у меня еще впереди много блогов, потому что многие повыпускали видео. И, конечно же, мне надо пожрать, потому что не пожру сейчас, пожру в 10-12 ночи. Мне опять жор напал. Так что вот так вот. Очень уютно сидеть и жрать на кровати. Итак, получила свои костюмы, разложила их. Вот это у меня мушкетер. Обошелся он у меня 170 плюс доставка 50, наверное. Короче, 200 гривен. Такие для ручек, воротничок, шапочка, штанишки и накидка. Заяц. Заяц 250. Это у меня пришло заяц, лиса и свинка в одном пакете. Это новенькие костюмчики. Состоит из такой масочки, шапки, жилетки, штанишек. Возраст от 3 до 6, наверное, 7 лет. Ну, она просто шла. Ну, растягивается, что, ну, такое шелковое, типа. Потом лиса, такая юбка, жилетка на ручки и мордочка. Кошка. Короче, вот этот и вот этот свинки, это 700. Короче, 820 гривен с доставкой. Три костюма. Кошка. Значит, кошка 200 гривен костюм. Это у людей я купила. Классная такая юбка. И доставка 50. 250 гривен, наверное. И последний гном. 170 костюм и доставка там 50, ну примерно. Ну 55 новой почтой. Короче, 200 с лишним. Ну вот так вот. Мое богатство. Плюс еще вот висят эти, что я повыстировала. Так, сейчас у меня 3, 4, 5, 6 и 6, 12 костюмов. Еще два я заказала, Снегурочки и ежика. Ну и буду смотреть, если будут деньги, потому что у меня денег уже в обрез уже. Не то, что в обрез, у меня уже их нету. Я просто продала стол массажный, на те деньги даже больше пришлось вложить в эти костюмы. Я потом точно посчитаю, скажу, сколько я вложила. И смогу ли я их отбить, потому что это неизвестно. Свинка очень классная. Мне очень нравится. Свинка такая красивая. Ну, реальная свинка. Мордочка. Ну, костюмчика, главное, красивенькая мордочка. Ну, немаловажно, что же такой меховой еще был. Ну, тут они просто вот такие аккуратненькие. Этот, кстати, ну, я говорила, что я за все 800 с лишним отдала. Но этот подороже костюмчик, чем зайчик и лисичка. По-моему, 3 сотни. Да на ручки такие штучки. Штучки на ручки. Ну, на фотках очень классно будут смотреться. Еще хвостик такой. Кошка, конечно, бомба. Я жалею, что я такую лису не купила. Там была лиса. А я уже подумала, что я заказала лису. А мне лиса пришла скромненькая. Ну, видите, она классная, но она скромнее. А была лиса вот такая, тоже меховая, у той женщины, что вот эта кошка. Ну и получилось, что я сейчас ее уже не вижу. Либо она ее себе оставила, либо продала кому-то по месту. Ну, классная была. Такой, конечно, лучше б шел. Ну и такой будет сдаваться. Ну, она такая скромненькая, как бы экономненькая, эконом-лиса. Ее мордочка даже на белку похожа, если честно. Вполне можно и за белку выдать. Ну, то есть люди, если... Она как бы универсальна. Но, на мой взгляд, она вот, смотрите, морда же у нее, какие у белки, тут щеки эти. Такие в этой лисы. То есть лисы, что чисто лиса, все. А это как бы...
Такое, может быть, или саи, белка. Ну, эти костюмчики классные, их стирать не надо. То те, которые мне прислали, я их перестирала, потому что они, ну, реально требовали. Но даже те будут очень хорошо на фотках смотреться. Если кому на фото будет надо, то это будет интересно. В любом случае. Ну, теперь надо... Еще я заказала стойку. Ну, эту такую фигню для этих костюмов. Одна, ну, одноместную, она так устанавливается, вешаются на нее костюмы для удобства. Потому что как ты же их никак не положишь на полу. И на стенку повесят, там не повесишь, потому что я буду их оставлять же у кумы, ну, в магазине, она будет их там вешать. Ну, люди там же шарятся, и у многих же детей много. И на стенку не повесишь, потому что там гипсокартон, он может оборваться. Ну, короче, еще надо плечиков купить 12, ну, в общем, 14, сколько костюмов. Ну, это надо зайти мне в магазин, купить плечики, чтобы их повесить красивенько, повыглаживать еще их надо. Повыглаживать, повесить. А, еще вот эти вот клеенки, что для этого, для вещей, ну, чтобы их завернуть и все. И чтобы человеку давать, так не просто там дал и ложил пакет, а чтобы на плечике и обернуть эту клеенку и такой специальной большой одежной. И снизу завязать, чтобы они ничего не теряли, чтобы они аккуратно могли повесить и также мне принести назад. Ну, в общем, как-то так. Да, влаживать, конечно, много надо. Считаю, тут 800. Короче, полторы, где-то 1600 за вот эти костюмы, что внизу лежат. И там, ну, в общем, 3000, так оно и есть, наверное. Еще и больше даже. Потому что еще ж придет у меня два костюма, но денег у меня пока нету. Ну, я найду просто к тому времени. Мне завтра отправят, где-то придут они послезавтра. Либо к пятницу, то до пятницы у меня уже должны быть. В общем, я сейчас все копеечки вложу вот это вот, потому что мне хочется заняться этим. Не так даже... Да, я могу их просто в этом году, ну, просто отбить костюм, а могу заработать, потому что у кумы копицентр, и она фотографирует детей в садике. Ну, она может предлагать людям, как бы, в садике, чтобы они, ну, фоткались, как бы, тоже, как в аренду. Ну, она может просто говорить цену сразу за фотку в костюмчике красивом. Ну, они очень будут на фотках красиво смотреться. Я думаю, допустим, у меня есть лис и лиса. То есть, есть мальчик и девочка. Есть кошка и кот. Есть волк, заяц, гном, мушкетер. Красная шапочка. А, вот волки, красная шапочка. Вот такие комбинации. Интересно, наверное, будет. Ну, я думаю, что как-то оно пойдет. Кума у меня талантливая, она сможет их проталкивать. То есть у нас двойная польза. Как бы мои костюмы, она фотограф. Она фотографирует и делает фотографии. Она умеет, ну, фотошоп использовать. Но она не использует, она использует там где-то что-то уже подправить такое незначительное. Не любитель фотошопа, но просто я имею в виду, что она делает хорошие фотографии, а у меня будут костюмы. То есть как бы, она просто не может уже этим заниматься. Ну как бизнес в бизнесе. Вот в таком плане. Все, все вам показала. Вот это все мои богатства пока на данный момент. Но я такая заведющая, я вот вижу костюмы, я уже не могу, мне уже так трясет, хочется купить, если классные костюмы. Их просто сейчас уже больше стало появляться, и цены такие привлекательные. Допустим, я там видела зайчика и 150 гривен, а я там купила за 250, то есть даже с доставкой там 200 будет дешевле. Ну, в общем, ничем не хуже новых. Ну, то есть я уже поняла, ну, конечно, многие надо новые купить, потому что вот свинка, допустим, ты ее вряд ли где найдешь. Свинка видно, что тут новая, она только отшитая, потому что год свиньи. Ну, в общем, как-то так.
Ну вот, разложила еще эти костюмы. Волк с хвостом наперед, как будто не с хвостом. Кот, медведь, ой, собачка, медведь, лис, красная шапочка. Вот так вот. А те уже вон висят. Будет у меня еще только ежик и все. Потому что оказалось, не было размера Снегурочки, того, что я заказывала. Так я решила, был маленький, типа 3-5 лет, и большой 9, что-то там 11. Но я решила не брать, потому что самый ходовой это 6-8. Ну, тем более и денег нету. Так что будет еще ежик. Красивый ежик будет. Ну, в принципе, они все красивые. Надеюсь, сдадутся. По 2 раза. Или по 3, или по 4. Пускай каждый день сдаются. Ну а что, каждый день же в садиках утренники. Пускай каждый день с 25-го и сдаются. Товарищи, как вы думаете, что это такое? Это батарея. В мою камеру. Она надулась. Просто была в камере и надулась. Вон, видите как? Да я отнесу в магазин. У нас есть Brain магазин. Там утилизация. Лампочки и батарейки. Надо поставить, чтобы не забыть. Когда буду там. Отнести это все. Короче, накрылась камера. Ну да, маленькая экшн-камера. Фу, у меня такое тяжесть в желудке. Такое прям... Поела фасоли. Ничего такого я не ела. Видимо, фасоль сильно тяжелая. Ой, и рыбный суп тяжелый, и все тяжелое. Ой, какая-то такая усталость. Не знаю, что. Пожмаканность. Легкая пожмаканность. Сейчас чай сделаю себе зеленого. Может, полегшает. От этой пожмаканности избавит. Того, кого не стоило бы ждать, о том, о ком не стоило бы плакать. Ку-ку. Вот мой глаз. Главное, синяк так и не хочет проходить. Странно. Уже 300 раз можно пройти. Пью чай. Я поняла, что у меня такая изжога. Это от булки. Я вот купила булку с этим, с повидлом. Вон она. У меня от булки всегда изжога. Либо от повидла. Я забываю, потом вспоминаю, когда уже наемся. Вот такая вот фигня. Малята. Спасибо вам за лайк. Подписывайтесь. Нажимайте на колокол. И все будет хорошо.